Damn it, did he really get me? Applicant deceased. We all gotta die sometime, Boone. So how'd I do, Max? 79. Get out of here. No, you missed the cutoff by 1 point. You're grounded. Yeah, right. Relax. 93. You get to whack heads for another year, Boone. 93? Are you sure you didn't make a mistake? However, if Central Command is willing to make concessions on this one small issue, I see no further impediment to ratification of our trade agreement. The movement of troops through commercial shipping lanes is hardly a small issue, Your Highness. Можность убедиться, что эти войска не вооружены, мы могли бы пойти на компромисс. Принц Гордах, мы хотим поблагодарить вас. На переговорах царила атмосфера доверия, которой всегда так не хватает. Не вздумайте благодарить этих притворщиков. А я хочу поблагодарить командира Шено и полковника Вайса за гостеприимство, а также мисс. Ведь так принято обращаться к женщине, не имеющей супруга. Благодарю вас, мисс Бейкер, за деликатный поход к некоторым щекотливым вопросам. Девяносто три. Он еще советует мне успокоиться. Бон, наплевать на эти тесты. Ты сегодня немного запаздывал. Немного. В прошлом году у меня было 98. Джо-Джо. Ты не забыла про 50 монет, которые я тебе одолжил? И что? Они мне нужны. Погоди, я же сказала, что верну их в день выплаты. Нет, они нужны мне сейчас, поскорее. Спасибо. Да. Пошли, я же сказал, что деньги будут. Что это за место? Это бар. Люди приходят сюда отдохнуть. А что это за звуки? Это музыка. Когда у нас хорошо на душе, это трудно объяснить. Очень трудно. Может, хватит об этом? Нет, не хватит. Потерять за год целых 5 единиц. Несложно подсчитать, что будет... Через 3 года, если цифра 5 не увеличится. Спасибо. Годы летят со скоростью света. Не успеешь оглянуться, и тебе конец. Ненавижу это время года. Бун, хватит. Сколько можно? Расслабься. Тебе легко говорить. Сколько у тебя? 99. Но ведь я помоложе. Эй! Бун! Убери руки. Она же тебе сказала, ты ящерица. Бун! Бун! Марла? Космический патруль. В главных ролях Джефф Каги, Марджери Менеген, Кэри Хироюки Тагава, Джек МакДжи, Клинт Ховард, Дэнни Куин, Готфрид Джон,
Линда Хант в роли Шено. В космосе человек проживает миллион лет за несколько дней. Снова и снова вспоминаешь об этом, как бы проверяя себя. Ты принял его за туриста? Не знаю, шеф. Попробуй догадайся, кто он. Его высочество унизили. Только кровь может смыть это оскорбление. Мы здесь в торговой миссии, Мактох. Они на войне. А если это ловушка? Эти омерзительные существа клянутся в дружбе и при этом разрешают какому-то мужчине осквернить вашу священную персону грязными прикосновениями. Лорд Мактох, уверяю вас, сколь не прискорбно это происшествие, это чистой воды случайность. Капитан Бун... Я в это не верю. Вы хотели оскорбить принца, нанести нам моральный ущерб. Лорд Мактох, вы ставите на карту миссию в целом. Замолчите. Вы всего лишь посредник. Мисс Бейкер, кажется, это дело затрагивает сферу безопасности. Если вас не затруднит, оставьте нас ненадолго. Тебя бы в дипломаты было. Марла, что ты здесь делаешь? Принимала участие в торговых переговорах с вилонами, пока ты не выкинул этот фокус. Если этот парень дипломат, какого черта он трогает за волосы моего пилота? Из любопытства. Неужели непонятно? Каждый из вилонов заключает в себе все половые свойства, необходимые для воспроизводства. Женщин на их планете нет. Надо было его предупредить. Из любопытства в таких местах, как Джено, можно как следует схлопотать. Правда, уродливее его уже не сделаешь. Это верно. Твое любопытство к противоположному полу носит более пристойный характер. Не стану тебя разубеждать. Что случилось, командир? Они решили вернуться на корабль, пока нет уместного решения. Не знаю, почему они просто не извинятся? Нас это устроит. Решение ждут от нас, Бун. Марла. Почему они просто не извинятся? Нас это устроит. Ты совсем не изменился. Возможно, а ты? А я изменилась. Моя работа к этому обязывает. По-твоему, я разъезжаю по галактике, чтобы нырять из одного бара в другой? Нет, по-моему, ты делаешь то же, что и всегда, суешь нос куда не нужно. Когда-то тебе это казалось достоинством. Некоторые из нас взрослеют. Знаешь, я никогда не хотела быть женой рейнджера. Помнишь, о чем мы когда-то часто говорили? Чтобы сделать в жизни что-нибудь значительное. Мне это удалось. Послушай, извини, если я тебе навредил. Может, я как-то это заглажу? Угощу обедом. Просто нет слов. Из-за тебя я лишилась места в дипломатическом корпусе, а ты зовешь меня пообедать. Они у себя на корабле. Общение с нами избегают. Они имели беседу с представителем посла и потребовали официального извинения. В противном случае они прекращают переговоры. Посол Харткасл прибыл сюда, чтобы подписать торговое соглашение. Скажу сразу, он не в восторге от того, что вместо этого ему придется вымаливать у вилонов прощение. Посол Харткасл. Посол Харткасл. Он сможет все уладить. Думаю, я вам больше не нужен. Наоборот. Мы установили связь с кораблем посла. Он хочет поговорить с вами и с вашим пилотом. Как вы любите сообщать людям приятные вещи, Вайс.
избрали меня козлом отпущения. Может, взамен предложить Дока? Я их не устрою. Твое счастье, что ты вообще выжил. Обидчик Вилона обычно сразу же погибает. Все имеет свои положительные стороны, босс. Это не смешно. Я потеряю работу, и что дальше? Отставка? Место агента по снабжению на каком-нибудь складе? По-моему, ты преувеличиваешь. Немножко поругают, отпустят. Подумаешь, большое дело. Его не это беспокоит. Его результаты на 5 пунктов хуже, чем в прошлом году. Только и всего. Все мы не молодеем. Что с того? Я, например, 5 лет не прохожу эти тесты. Как тебе это удается? Даю им на лапу. Так что выбрось все из головы и делай свое дело. Лучше тебя его все равно никто не сделает. Я ищу вас, ребята. В чем дело, красавчик? Меня ждет то, чего у тебя не было уже 100 лет, Док. Свидание. Есть у кого-нибудь деньги? Так вот на что идут деньги. На подружку. Да-да, быстрее, она ждет. Мы ничем не можем тебя порадовать. Тут тебе не повезло, малыш. Капитан Бун, командир Шино хочет видеть вас и пилота Торсона. Вот так. Пока. Куда они? На вечеринку, малыш, где тебе не место. Послушай, дай мне денег. У меня их нет. Ты же сам сказал, что я давно не хожу на свидание. Ты что, обиделся? Я не хотел. Я верну, обещаю. Ну дай, пожалуйста, все, что у тебя есть. Могу одолжить части своего тела. Связь установлена. Приготовьтесь. Посол Харткасл, это командир Шино. И полковник Вайс. Мы позвали сюда капитана Буна и пилота Торсона. Здравствуйте, посол, как поживаете? Капитан Бун, примите мои поздравления. Вы, безусловно, отличились. Сэр, я бы хотел объяснить, не стоит. Или вы хотите, чтобы ваш поступок стал предметом разбирательства? Нет, сэр. Разумно. Вы, пилот Торсон, и я немного побеседуем, когда я прилечу. Конечно, заодно и пообедаем. Если я услышу от вас еще одну остроту, думаю, трибунала вам не миновать, капитан. Да, сэр. Оставайтесь на базе до моего появления. Посол, из машинного отделения поступил сигнал тревоги. Здесь содержатся все данные? Да, мэм. Ему тоже здорово досталось. Вы сможете хоть что-нибудь узнать? Боюсь, что нет. Взрыв привел его в негодность. Мы сделали спектральный анализ. Он показал, что взрыв произошел внутри и был подстроен. Полковник Вайс, сообщите центру о случившемся, а также запросите имена всех, кто побывал на корабле до отлета посла. Командир, прошу прощения, но назревают еще более неприятные события. Если Вилоны не услышат от нас извинения, они немедленно вернутся домой, что можно расценивать как объявление войны. Но это же нелепо. Они воинственны от природы, и оскорбления воспринимают куда более болезненно. Принц Гордах мыслит вполне разумно. Все дело в лорде Мактохе. Именно он стремится все обострить. Жизнь подобна шахматам, командир. Иногда пешка может решить исход игры. Шеф, я пришел, чтобы узнать, как обстоят дела. Командир, я думаю, выход можно найти. Где посол Харткасл, командир? Произошел несчастный случай, ваше высочество. Посол мертв. Я же говорил, они снова лгут. Замолчи, Мактох. Можно сделать вывод, что обещанное извинение откладывается. Нам надо посоветоваться с центром.
Через три дня? Нет. У вас есть 24 часа. После этого мы примем соответствующие меры. Есть альтернатива, принц Гордох. Как сказал ваш же пророк, судьба не шутит, а удача не дело случая. Ничто не рождается из ничего. Как смеет она цитировать пророка? Вы очень умны, мисс Бейкер. Что конкретно вы предлагаете? Не может быть и речи о переговорах, пока перед вами не извинились хотя бы эти жалкие клерки. Я не клерк, ваша светлость. Я наделена немалыми полномочиями. Хорошо. Пусть так. Здесь, на нашем корабле. Что ты ему сказала? Что ты просил о возможности принести личные извинения, а затем смиренно ждать прощения. Должен ли я надеть галстук? Капитан, они получили наш сигнал. Аккуратней, Джо-Джо. Галлоны готовы принять наш корабль. Мы на месте. Поживем, увидим. Airlock feel complete, and we're open. Вашу коробку, пожалуйста. Это подарки для принца Гордоха. А что, если в них таится смерть? Я клянусь вам. Обработайте их. Что делаешь вечером? Если твои подарки отвергнут, пойду на твое отпевание. Спасибо, я растроган. Не стоит. Ваш экипаж будет содержаться под стражей до окончания встречи. Пойдемте со мной. Капитан, я должен пойти с вами. Скорее ты отправишься в могилу, Гракка. Останься здесь. Чудесно. Какой-то гадостью они нас опрыскали. Мне выше. Вручая вам подарки, капитан Бун одновременно приносит извинения, принц Гордох. Это правда, капитан? Да, да, я очень сожалею. Я хотел бы взглянуть на подарки. Чистейший черный песок с пляжей Ругала, с шести планет. Песок. Основа основ всей жизни Вилонов. Он способствует плодородию. А это из рудников Дао. Соль. Напоминает о морях, в которых когда-то жили мои предки. А это с нашей планеты.
Яйцо Фаберже. Яйцо – это то, с чего начались вилоны. Изумительно. Стоит не меньше тысячи. А что намерен вручить капитан от самого себя? Чем он готов пожертвовать? Своим талисманом. Талисманом? Он принадлежал моему деду. Это серебряный доллар с моей родной планеты Земля. Он очень старый, очень ценный. Я ношу его с собой уже много лет. На счастье. Что это значит? На счастье. Люди верят в то, что обладатель талисмана защищен от зла. Я вручаю его вам в знак дружбы. Если знак дружбы, я принимаю его. Плохи наши дела. Связь установлена. Вы не можете этого сделать. Это уже сделано. А как быть с дипломатической неприкосновенностью? Вы еще смеете говорить о неприкосновенности? Я явился к вам с миром, а меня оскорбили и нанесли ранения. За их преступления пленники будут преданы суду. Какие преступления? За то, что его королевское высочество был дважды подвергнут нападению. И за шпионаж. Отныне они военнопленные. О какой войне вы говорите, лорд Мактох? Мы вели переговоры. Я требую немедленно освободить наших людей. Принц Гордон, подумайте о том, что вы делаете. Сколько жертв принесет эта война? Вы хотите избежать войны? Тогда отправляйтесь к себе, земляне. Верните древние торговые пути вилонов их законным владельцам. Покиньте Форт Надежды. Это исключено. В таком случае нам не о чем говорить. Прощайте. Еще два дня назад мы вели торговые переговоры, а теперь говорим о войне. Нам необходимо заняться обороной форта. Часть личного состава и семьи должны быть эвакуированы. И думаю... Есть смысл ввести военное положение. Военное положение необходимо вам для защиты гражданского населения, полковник? Или вам нужна власть, равнозначная моей? Если все узнают, что мы на пороге войны, будет паника. Война еще не началась. Паники не будет. Что ты наделал? Ты же видела, что Мактох потребовал, чтобы я ему что-нибудь дал. Это была часть ритуала. В коробке был еще один подарок для Гордыха. Но ты не дал мне слова сказать. Твой доллар будет стоить нам мира. Откуда я знал, что серебро так действует на вилонов? Спросил бы меня. Почему ты промолчала, когда я вручал его ему? Если ты знала. Помолчи. Вилоны мой конек. Сколько их еще у тебя? Это непорядочно, Бун. Если бы не я, они убили бы тебя на месте. Они доверяют мне. Да, они тебе доверяют. Поэтому мы в тюрьме. В тюрьме. И что дальше? Они поиздеваются над нами, а потом мы отправимся домой с поджатыми хвостами. Едва ли. Они изобретают способ как бы поизящнее нас умертвить. Отлично. Вот так день рождения. У тебя день рождения? Да. Ты шутишь? Сегодня? Тебе смешно? Да. Джон. Не надо. Джон. Я не хочу это слышать. С днем рождения. Спасибо. Микаш, Дуне.
Пора. Вы обвиняетесь в тяжких преступлениях. Каких? Тишина в суде. Я не вижу никакого суда. Я суд, единственный свидетель и судья. Вот бы так же с моим последним разводом. Принц Гордах, мы пришли сюда с миром. Если у вас есть претензии ко мне, я к вашим услугам. Мой экипаж ни при чем. Все вы незаконно вторглись на территорию Вилонов. Он лжет. Мы требуем справедливости. Справедливости? Вы ее получите. Приговор суда — смерть. Пленные будут казнены способом иглы через час. Где наши корабли? Они будут здесь через 24 часа. Если Вилоны нападут, так долго мы не продержимся. Нет. 10 часов. Возможно, 12. Есть знаменитая шахматная задача. Как сделать мат противнику в три хода, не подвергая опасности своего короля? Как вы можете сидеть за этой чертовой доской, когда люди в опасности? Командир Шино, поймите, все это те же шахматы. Нет, это не шахматы, полковник, это жизнь. И Вилоны не играют по нашим правилам, они играют по своим. Командир Шино, я думаю, это тот самый случай, когда один из ваших людей должен суметь постоять за себя. Что это значит, способ иглы? Не знаю. Вроде бы где-то мне встречалось это название. Скажи, что еще ты не знаешь по части твоего конька? Хочешь знать одну из причин, почему я ушла, Джон? Ты часто бывал прав, а меня это раздражало. Я честолюбива, упряма, враг самой себе. И сегодня ты мне об этом напомнил. Скажи, что ты знаешь о Вилонах? Они существуют изолированно. К нам относятся как к варварам. Вот уж не думал, что ко мне отнесутся таким образом. Свои высокие титулы они завоевывают в честном бою. То, что Гордах принц, говорит о том, что он один из лучших воинов среди Вилонов. Убийца-профессионал. Какое оружие они используют? На войне любое. В быту обычно тука. 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 Это на идиш? Нет, это их язык. А звучит как идиш. Вот уж не думал, что когда-нибудь пойду с тобой именно так. Люди, примирились ли вы с вашим богом? Приговор таков. Смерть от игольчатого червя. Нам что, придется с ним бороться? Их поместят в носовую полость. Оттуда они постепенно проберутся к вам в мозг. Такое ощущение, что он испытал это на себе. Вы трус, Гордах. Ты оскорбляешь меня в моем жилище. Вы сами себя оскорбляете, доверяете эту грязную работу червям, потому что боитесь честного боя.
Только Скина! Зауэй Бунчаш! Ты вызываешь меня? Хочешь сразиться с принцем Вилона? Да, я вас вызываю, принц Гордах. На дуэль Тука. Нет. Убейте его, и дело с концом. Нет. Этот землянин вызвал меня. Согласно закону Тука, нашему обычаю, тот, кого вызывают, выбирает место для сражения. Я выбираю место, где ты нанес мне самое первое оскорбление. Вы хотите биться в баре Джино? В баре Джино. Я буду мстить не спеша, на глазах твоих друзей. Они увидят, как немыслимо силен воин Вилона. И всегда потеряют желание сражаться. Скажите, пожалуйста, что ты предложишь мне, капитан? То есть как что предложу? Он должен получить что-нибудь в случае твоего проигрыша. Возьмите мою жизнь. Она и так моя. Он потребовал Форт Надежды? Боже, Бун, о чем ты думал? В тот момент, шеф, только о том, чтобы мне не засунули в нос червяка. Понятно. С тобой не соскучишься. Хотя ты подарил нам еще немного времени. Чему вы так радуетесь? Вы доказали то, что я пытался доказать командиру Шино. К моему удивлению, вы сделали неожиданный и блестящий ход, который сразу изменил ход игры. О чем он говорит? О шахматах. Он говорит о шахматах. Что вас волнует, сир? Этот капитан Бун смел. Возможно, я недооценил этих людей. Человек, который желает пожертвовать жизнью ради своего народа. Если все они таковы, подобного противника невозможно победить. Не путайте отчаяние варвара с истинной храбростью, мой принц. Буну неведом наш кодекс чести. К тому же он не брезгует общением с Гракко. Я всегда считался с вашими советами, лорд Мактох. Но эти рейнджеры далеко не такие, какими вы их изображаете. И это наводит меня на мысль, что вы сообщаете мне далеко не все. Что я натворил, Зайлен? Получили возможность уцелеть. Спасли от смерти ваших друзей. Чего еще желать воину? Но я поставил на карту судьбу всего форта. Я смогу его победить? Даже для Грака это было бы сложно. Вилоны хитрые и отважные. Кэп, вы искали меня? Да. Это мой кредитный счет. На нем 11 тысяч долларов. Возьми 1000 и сделай ставку. Хорошо, я об этом позабочусь. Я знал, что вы его не испугаетесь. Ты поставишь не на меня, на Вилона. Что вы такое говорите? Вы его побьете, если я не выиграю. 10% возьми себе. А на остальное закати такой пир, чтобы обо мне еще долго помнили. И чтоб был торт. Огромный торт с надписью «Джон Бун» прожил жизнь без сожалений. Ты все понял? Капитан, я катись.
что? Я вспомнил, почему решил поступить к тебе на службу. Из-за твоего почти детского бесстрашия. Когда я увидел тебя в сражении, я понял, что твоя храбрость не знает границ. Что ты будешь биться, что бы ни встало на твоем пути. Но ты солгал, когда сказал про сожаление. Довольно сложно идти по жизни, обходясь без них. Что я должен делать? Двигаться, как вода. Мягко. Как бы поддаваясь. Если ты будешь действовать жестко, ты станешь жертвой апостолов смерти. Я тебя не понимаю. Двигайся, как вода. Поменьше выпрямляйся. Это осложнит жизнь Гордаху. Не понимаю. Скажи мне что-нибудь, что я должен знать. Ты не должен ничего знать. Освободи свой ум, или я сделаю это за тебя. Что я должен делать? Быть как вода. Ну да, вода, вода. Скажи мне то, чего я не знаю. Дай мне убить этого Вилона. Позволь защитить твою честь. Нет. Ты не готов, ты умрешь. Это мое сражение, Зайлен. Хватит улыбаться. Давай, показывай, что я должен делать. Я расскажу тебе секрет Гракка. Но он должен остаться здесь. У Вилонов есть одно слабое место. Используй его или готовься к смерти. Я хочу сделать ставку. Я тебя слушаю. Как идет бунт? 10-1. Беру. Ты ставишь не на того. Но если есть желание пустить деньги на ветер, я с удовольствием их возьму. Кинкейд. Вот уж чего бы не стал делать. Ты что, делаешь ставку? Бун попросил меня поставить его деньги на Вилона. Не знаю, это его идея. Погоди, красавчик, ты так и поступил? А ты угадай. Послушай, босс, уходи от удара, почаще пригибайся, а главное, постарайся продержаться как можно дольше. Как общая идея сойдет, док. Будь как вода. Я поставил на тебя, капитан. Кстати, о воде, не промочи штаны, все-таки здесь твои друзья. Постараюсь. Я хочу пожелать тебе удачи. Принц Гордах, повелитель пяти миров, принимает вызов здесь, сегодня. Давай, бум! Дуэль Тока. Бой. Насмерть. Он попытается заворожить тебя своим взглядом. Старайся пореже глядеть ему в глаза. Задай ему кэп.
очень быстро. У меня ничего не выходит. Он действует прямолинейно. Будь как вода. Что выиграю пари? О чем ты, Кэп? Малыш поставил на тебя. Я убью его. Вспомни его слабое место. Должен умереть. Прикончи его. Прикончи. Нет. Нет. Закон тока беспощаден. Закон человека милосерден. Убей его. Убей. Или между нашими мирами начнется война. Сделай это сам. Бун. Он заключил мир с врагом, он умрет. Так же, как умер ваш посол Хардкасл. Это был ты, Макдох. Ты. Ты отравлял мой мозг коварными советами. Ты опозорил всех вилонов подлым убийством. Взять его! Нет, нет, не надо! Не надо, прошу вас! Двум нашим народам есть чему поучиться друг у друга. Теперь я понял, что мне лгали про вас. Командир Шено, полковник Вайс, вы искали мира, хотя вас принуждали к войне. Мисс Бейкер, вы слишком умны. Пусть пророк убедит меня отныне не вступать с вами в переговоры. А вы, капитан Бун. Вы, капитан. Вы стали для меня поистине головной болью. Ну что же? Да. Listen, I'm sorry if I said anything. No, it's my fault. I'm sorry. Hey, nice you to show up. Moon for your own birthday party. Come on, these people have been waiting all night to sing happy birthday. I'll be right there, Doc. I have a little birthday present for you. Oh, yeah? Hey, Cap. I want you to meet my fiance, April. This is Captain John Boone and his friend Marla Baker. Hi. Your fiance. Yeah. We're getting married. Is that right? Do I know you? No, I don't think so. You sure? Yeah. I would have remembered. Come on, honey. I got your winnings. Come buy us a drink at the bar. Come on, let's go join the party. I know that one. She's been getting a couple more wrinkles here and there. Uh-oh. Oh, here he is. No home issues. Well, happy birthday, man. How's that? You can stop complaining. Cheers. Cheers. Jojo, you see that woman Kincaid's with at the end of the bar? She looked familiar. What did she think? She could buy some cheekbones and a different nose and I wouldn't recognize her? Well, hey, Sharika. Is this what you've been spending your money on, Kincaid?
Meet Sharika Jewel, biggest hustler in the galaxy. She specializes in rangers with big life insurance policies. You're not putting me in the can again, Ranger. Thurston, you just decked my fiance. Yeah, I did.